добрый день, потому что утро не могу сказать, я уже отработала, иду сейчас на пляж с Чарли погулять. У меня сегодня на вечер кое-какие планы, кое-куда нужно сходить. Но чтобы узнать до того, куда я пойду, подписывайтесь и ставьте на колокольчик, и мы будем всегда с вами каждый день вместе. А пока гуляем. Ветерок небольшой продувает, такой прохладненький, совершенно не летний. Но, ну не мороз, конечно, ну и не лето. День не пляжный. Вообще передавали сегодня, что поменяется ветер. И вроде бы должен утихнуть. Но это после обеда будет. А пока вот так. Сейчас посмотрим на море. Море спокойное сегодня. Успокоилось наконец-то. Ну, конечно, погода на этой неделе передают. И жарко, и холодно, и потом еще раз жарко. Но пока у нас не жарко, у нас нормально. Смотрите, как приехали на караване, вот так расложили столик и сидят кушают. Море там в 5 минутах ходьбы. И зашибись им. Я уже дома. Помните, я вчера лазила, в общем, в заморозке, что-то искала, уже не помню, что я искала. Но это не важно. И нашла вареники. Помните, я в русском покупала вареники? С картошкой и грибами. Вот, я теперь варю, я сейчас буду вареники есть. Тем более мне муж сейчас сообщил, что он не приедет кушать. Ой, блин. И вот я вот сама для себя буду вареники есть. Сейчас ехала домой, представляете, и почти около дома. Рядом, прям передо мной. Это телек работает. Первый канал ругаются постоянно. Выключим его. Выключайся, зараза. И прям передо мной бац, ломается, представляете, останавливается такой. Я, говорит, сломался. Мне до дома буквально 300 метров ехать. И там улица, одностороннее движение, не развернуться, ничего. Ну, вы знаете, какие в Испании улочки. Ой, робот у меня тут работал. Вот. Сзади меня 5 машин. В общем, и мы так гуськом друг за другом попятились назад. И, в общем, пришлось нам 300 метров задом выезжать на другую улицу, делать круголяк. И вот так, мне жалко так парня стало. Он выбежал. Ну, я, говорит, у меня сломалась. Я остановилась, ну, машина остановилась и не едет ни туда, ни сюда. Ну, все понятно. Самое интересное, что сзади меня там 5 машин. Ну, я включила заднюю, чтобы они увидели, что я назад попрусь. Мы стояли, наверное, 5 минут. Вот. Ну, все, наверное, поняли, что стоять-то. Что стоять-то, чего ждать? Никто не бибикал, никто не нервничал, никто ничего вообще. А с кем не бывает, правильно? Он же вышел, сказал, я сломался. Ну, вот, бибикали бы все. И чего бы мы добились? Сейчас, наверное, ему придется... этот машину вот эту специальную вызывать, чтобы его отвезли на ремонт. Он прям засуетился, да, на BMW. И неприятная, в общем, ситуация у него получилась. Стоять на жаре вот так вот и машину, чтобы тебе сломался. Еще такое неудобное место. Там улицы такие, что там проехать вперед только вот по этой улице можно. И вот она, знаете, такая... В общем, неудобная улица, неудобно он сломался на перекрестке.
В общем, пипец какой-то. Ну, главное, что я домой добралась. И это хорошо, потому что когда я голодная, я как зверь. Как и говорила, я сегодня вышла. Время уже около 6. Хочу сходить в Дани. У нас такой есть супермеркаду. В общем, магазин продуктовый. Он довольно-таки не близко к нам находится. На машине туда есть, конечно, парковочные места и все дела. Но я лучше пешкарусом схожу. Все равно Чарли не могу взять с собой, поэтому он у меня дома остался загорать на террасе. А я иду в поисках сала. Опять хочу найти сало хорошее. Там есть мясная лавка хорошая. И, в общем, может быть, там найду хорошее сало, чтобы засолить. У нас в воскресенье опять кое-что намечается. Так что будьте со мной все, подписывайтесь дружненько. Ну вот, а я уже пришла в центр. Сейчас пока пойду по центру, прошвырнусь по магазинам. Так, зырьки попялю, как я говорю. Посмотрю, что почем и как. Все уже идут по несолнечной стороне дороги. Как видите, там никого, здесь все. Ну, никому не хочется идти по солнцу, но придется. Здесь очень узкие тротуары, и поэтому двое тут, двоим тут тесно, как говорится. Так что вот такие вот у нас планы на сегодня. У нас тут большой китайский магазин открылся с одеждой. Смотрите, какой платьишко интересный. Он халатом. Легкое, длинное. 20 евро стоит. Интересное, да? Тут много всего. Смотрите, какой он огромный. Тут раньше был тоже китайский, но он сгорел. Или его подожгли, непонятно. Ну, а теперь вот здесь с одеждой. Ну, так, фигня одна, конечно. Но можно найти что-нибудь, если нужно, конечно. Ой, начинается у меня в этой руке вода, в другой камера, а третий я буду смотреть. Мне, к сожалению, ее, правда, нет. Нет, одна сумочка понравилась. Пойдемте, я вам покажу. Всего 10 евро. Как раз музыка заткнулась. Специально, наверное, врубают, чтобы мы не могли снимать, показывать людям. Кепчули разные. Ой, у меня муж любит кепки. Может, ему как-нибудь посмотреть. Правда, у него их столько. Смотрите, симпатичная. Скажите мне, вам понравилось? 11 евро. А вот такая вот еще есть. Но она вот так вот не застегивается. Это тоже, наверное. А нет, 15 евро. А это застегивается. Видите, как вам? Такая сумочка. А еще мне вот такая понравилась. Тоже симпатичная. Какая-то необычная, как будто из пробки. 15,50. Как будто из пробки. Прикольная. В общем, вот так. Ой, тоже неплохая. Я в Дани иду. Магазин. Так вот здесь все. Много всего, конечно. Хороший выбор. Кому? Кто любит шопинг, недорого и сердиться, можно найти. Чего только нету. Джинсы всякие. Даже вот кафтан какой. Мне вот вообще белое нравится. Смотрите, сколько здесь всего белого, красивого. Эти разные платья, халаты. Смотрите, какой халат. Это на платье халат. Вообще суперский, да? Невеста прям. Невеста. Я не думаю, что это особо дорого. 25 евро. Мне кажется, это совсем недорого. А, вот, смотрите, он в застегнутом виде. Как вам показать? Ну, шикарно. Класс, да?
Только почему-то, знаете, короткого нет ничего. Ну, кроме вот этого. Вот это я смотрела. Ну, это пляжный вариант. По улице в таком не походишь. Ну, вот короткий. Ну, прям невеста, невеста. Без места. Так, огромный магазин. Идем дальше в Дани. Погрызла сегодня семечки. Выпила уже бутылку воды. Офигеть. Круг у нас какой красиво сделали. Это мужик с ослом. Осел везет тростник. Сахарный тростник. У нас раньше добывался сахарный тростник. И делался... сахарный тростник. Ну, правильно, да. И делался сахар. Русские девочки гуляют. Русские девочки гуляют. Я не всех русских здесь знаю, поэтому... Ну так, знаю на вид. На лицо, скажем так, на вид. А так, чтобы с ними знакома быть, я не со всеми знакома. Но нас не так уж и много их. Ну, в общем, так. Вот, я уже пришла. Возьму тележечку. Не знаю, зачем. Или не брать, нафиг она мне нужна, если я всего лишь за одним мясом. Потому что очень далеко, я не попрусь с покупками в это, домой. Даже не обсуждается. Идем в мясо. Для начала надо посмотреть, есть ли нам сало здесь. Потому что мне все говорят, что в любой мясной лавке есть сало. Любой, да не в любой. Вот видите? Голова, печенка. Это вот часть, которая на животе. Это кости. Кости у нас по 5 евро килограмм. Вот это мясо у нас 4,19. Шея 4,50. Карбонат 4,59. Это я не знаю, что за мясо такое. Нету сала, видите? Доперлась. Это вот говядина. Кролики. Курица. Грудка 4,50. Обычная 2,30. Ляжки. И целая 2,30 тоже. Говядина вот 9,65, вот то. Такой 9. Ну, вы видите все. Блин, а сала нету. Вот соленых сколько ты хочешь, обычного нету. Вот сами убедились, видите? То хрен. Салом здесь напряженка. Ну вот, зря перлась. Зато цены вам на мясо показала. Здесь довольно-таки дешевое, ну, не... Как, не то, что дешевое, недорогое, скажем так, мясо. Пойду еще бутылку воды возьму. А здесь уже вот все готово. Если с утра очень много народа, если вы не хотите ждать, то вот уже все нарезано. Кровь продается куриная. А это уже готово. Всякая кровяная колбаска, чурисо, сосиски. В общем, все как везде. Блин, а сала нет. Ну и как, как можно пройти мимо моей любимой... кафе мороженого и не взять себе лечересада. Лечересада — это кудрявое мороженое. Это что-то, знаете, как замороженное молоко, что ли. И оно не такое твердое, оно мягкое, поэтому дают трубочку к ней. В общем, что-то между коктейлем и мороженым. Вот такое. Кто приезжает в Испанию, закажите, вам очень понравится. Сверху еще обычно посыпают корицей, но так как я корицу не люблю, они меня уже знают, и они мне ее не посыпают. Так что ням-ням. Я сейчас зайду в Карифур еще. Он там находится. Так что хватит болтовни, надо есть. Потому что магазины с едой, ну, как бы нельзя, вроде бы, что ли. Пришла домой. Купила себе вкусняшки, смотрите. Ну, это мне Оля заказывала укроп, я ей купила. Сушки в Карифуре взяла ванильные. Сушки в Испании не продаются, если только вот эти вот румынские. В Карифуре есть румынский отдел, и там вот продаются такие сушки. Вот такая вот упаковочка маленькая, стоит 58 центов.
И черешню мою любимую. Но я лох. Знаете почему? Я вчера проходила, вернее, я каждый день прохожу мимо фруктовых магазинов. И видела всегда только в одном магазине фруктовом черешню. Вот. Но он был дорогой, этот магазин фруктовый. Но он и есть, вернее, дорогой. Ну, думаю, зайду, хочется мне, хочется, не курю, не пью, как говорится, возьму черешню на ужин. Вот она стоит, вот это 5,89 килограмм, здесь 600 грамм. Пошла за укропом, укроп продается у нас только в марокканских магазинах, в марокканских фрутериях, ну, фрутерии, которые держат марокканцы, не знаю почему, но вот у них всегда. И гляжу, у него тоже есть черешня. И по 3,90 килограмм. Представляете? А такая же. Но я уже взяла черешню, так что лоханулась. Ну да ладно. Дальше иду себе, иду. Чувствую что-то на голову. Хлоп. Думаю, у меня была надежда, что это вода от кондиционеров. Знаете, летом бывает так часто, что можете на голову от кондиционера вода капнуть. Нет, мои оправдания не... Ожидания не оправдались. Это была какашка птичья. Блин, прям вот сюда как. Так рукой я аккуратненько сняла эту какашечку. Кто кушает, извините, но это жизнь, что поделаешь. Раз я уж делюсь с вами со всеми своими пришествиями, тут тоже. Будем надеяться, что это к деньгам. А иначе нет объяснений этому. Какашка на голову, это к чему бы? Только к деньгам. Так что ждем вечера. Может быть, откуда-нибудь и приплывут деньги. Ой, блин, ну везде коканула меня птичка. Надо же. Бывает и такое. Я прям иду, думаю, хоть бы это вода, хоть бы это вода. Так, рукой раз. Ой, нет, не вода. Ну да ладно. Что тебе делать-то? Вот. Такие у нас пироги. Сейчас помою черешню и попробую. Сказали, вкусные. Я стояла, я как раз только мороженое поела. Она говорит, хочешь попробовать? Я говорю, да я после мороженого все равно не пойму. Вот. Но уверяла, что она сладкая. Блин. То бы я на 3,80 целый килограмм взяла. А я 600 грамм всего взяла. Скупой платит дважды. Ну нет, просто вчера не было нигде. Я все ждала, когда ее привезут другие. Марокканские они просто намного, ну не намного, но дешевле. И фруктовые магазины, там и арбузы очень вкусные у них продаются. Не знаю, где они их берут. Причем у всех марокканских фруктовых магазинов одинаковые арбузы. И вот черешню привезли. И вот я у него всегда... Причем, знаете, они, когда марокканцы нас видят, русских, ну, нас отличить легко... Всегда, вот я помню, Вадь первую пришла, прям он мне сам, хочешь укроп? Я прямо даже удивилась. Ну, потому что знает, что русские любят укроп. Испанцы не очень употребляют всякие травы ароматические, ну, свежий укроп. Вот укропом они только делают, засаливают лосось. Все, больше я не видела нигде, где его кладут там в еду или еще что-то. А мы-то везде и салат. Я когда петрушку взяла, и мужу говорю, на салат он. На салат? Я говорю, ну да. Он так удивился, как это на салат петрушку. Они с петрушкой там делают соусы разные, к рыбе в основном. А чтобы вот так на салат, такого у них нет. Или в суп посыпать сверху, знаете, такого нет у них, как у нас. Вот так немного вам рассказала. Сейчас смотрю телевизор, и оказывается, в субботу у нас... Евровидение, ля-ля, я даже об этом и не знала, вернее знала, и вчера я тоже увидела по новостям, что там, ну не по новостям, а вот всякие передачи идут разные, ознакомительные, там был, что, по-моему, вчера был полуфинал, и я что-то не поняла, Лазарев опять что ли от нас выступает, он же вроде выступал совсем недавно, и что, опять от России Лазарев выступает? Просветите меня, пожалуйста, я что-то не поняла. Потому что я видела в этих, ну, мелькают титры, там все такое не титры, а вот показывают, как вот чуть-чуть, кто будет там выступать, и вроде бы как Лазарева видела. Да. Я думала, вчера я тоже его видела, но я думала, это, знаете, повторение там с прошлых лет, хотя в прошлом году мы не выступали. И я не смотрела Евровидение, потому что, ну, смысла нет, да. Испания почему-то всегда в конце, поэтому мне даже так обидно, что я даже не смотрю. Всегда в конце, всегда Испания занимает последние места, последние, предпоследние.
Позор какой-то, хотя поют вполне довольно-таки хорошо. Ну, и что, как бы делаю вывод из этого, что это одна сплошная политика, потому что есть такие артисты, певцы, которые поют, вообще слушать, хоть рот, уши за это заткни. И я бы сказала, что Испания не так уж и плохо поет, чтобы быть на последних местах. Вообще какой-то срам. Ну, а России вообще в прошлом году не было, поэтому и нафиг я буду пыжиться, да, смотреть. И вообще у меня же режим, я в 12 часов ночи уже ложусь, иду спать, уже в кроватку. Поэтому все равно я узнаю, кто победитель, хотя это в субботу будет. Победителя смотрю, как всегда, в интернете, на утро. Но не знаю, посмотрим, поживем, увидим, может и буду смотреть, фиг его знает. Но про Лазарева я что-то прям... Терзают меня смутные сомнения. Завтра, может быть, посмотрю в интернете, или вы меня напишите и меня просветите, потому что сегодня мне некогда. Я сейчас буду монтировать. Вот такая моя лапа. Не смотрите на это. Это он так лазит, забирается, и все вот так вот меня задирается. Тима, я солнышко такая. Тима, я радость. Он своей игрушечкой, своей любимой игрушечкой. Да, дети, мое счастье. Дети, моя радость. Дети, любовь моя. Да. Кого любит мама? Кого любит мама? А? Ну, не будем требушить, а то сейчас целоваться придет. Вот. Адьос, Веронеде. Все, холод приходит. Но на севере. У нас вроде бы нет. На севере холод идет. Короче, буду смотреть погоду. Так что не пропустить. А то я всегда, знаете, смотрю. Когда доходит время для погоды, у меня какие-то дела возникают, я совершенно забываю. В общем, просветите меня про Лазарева, если вы что-то знаете об этом. И будем готовиться тогда к Евровидению. А как иначе? Может быть, даже и проголосую. Где-то могу голосовать. А буду с вами я прощаться до завтра. Завтра у нас уже четверг. Сало я так и не нашла. Хотела дрожжи купить, забыла. Записала ведь. Записала в список. Все как надо. Угу. Черешня оказалась сладкая, вкусная. Не обманула. Она бывает, знаете, бывает первая, такая как мягкая и совсем не сладкая, как будто мороженое. Ну и мороженое ей неоткуда быть, ну, невкусно. Это да, вкусно. Не обманула меня продавщица. Вот, ладно. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока и до завтра!